ситуации, пропустили пешехода. Сейчас на территории города Самара проходит профилактическое мероприятие. Вежливый водитель. Пошел пропустить пешехода, вам вручается небольшой такой подарочек от ГИБДД. Светоотражатель. Молодцы, также дальше соблюдайте правила дорожного движения. Наталья Камынина рассказывает, за рулем автомобиля больше 20 лет, но правила нарушала только в начале водительской практики. За все годы в отношении нее было составлено всего 3 протокола. Последнее время с инспекторами на дороге не встречается. Говорит, повода для общения нет. Ну, я вижу, что человек подходит к этой к зебре. Я сразу останавливаюсь. Ну вот он прям подошел, начинает, вот и я сразу останавливаюсь. Еще я все время притормаживаю, смотрю, чтобы идет пешеход или нет, если не видно за машинами. Ну, это по правилам, что же на них поеду, что ли? Я всегда пропускаю, и меня пропускают тоже. На пешеходном и так. Во время проведения акции сотрудники госавтоинспекции поощряют дисциплинированных водителей. А тем, кто не соблюдает правила дорожного движения, выписывают штраф. За непредоставление преимущества в движении пешеходу в соответствии со статьей 12.18 Кодекса об административных правонарушениях предусмотрен штраф в размере от 1,5 до 2,5 тысяч рублей. Ежемесячно сотрудники госавтоинспекции проводят профилактическое мероприятие «Вежливый водитель» с целью профилактики ДТП с участием пешеходов на нерегулируемых пешеходных переходах. В ходе мероприятий сотрудники следят за соблюдением водителями правил дорожного движения при проезде на нерегулируемых пешеходных переходах. Сотрудники ГИБДД напоминают водителям, что автомобиль – источник повышенной опасности. Нарушения, которые они совершают, могут привести к необратимым последствиям. С начала года на нерегулируемых пешеходных переходах произошло 16 ДТП. В них пострадали 17 человек. Максим Магомедов, Николай Сидоров. События.